Gospodin vas pozdravlja. Da najavite referent. Žao mu je što malo lošije govori engleski jezik, pa će on svoj rad izložiti na ruskom jeziku, a vi nemojte zameriti što možda moj prevod neće baš biti idealan. Ja nisam lovac, a nisam ni lovokradica, pa neki termini mi baš nisu poznati. Uvažite, a prihvatio sam se da ipak malo pomognem, uvažite moje neznanje iz lovstva. Da, vi pa ruski ne možete se zbervoti. Она не ловит. Европейская популяция бурого медведя полностью сформировалась в раннем среднем голоцене, это 5-10 тысяч лет назад. Ареал вида занимал тогда наибольшую территорию. Длительный период он включался в большую часть Европы. Мрки медвед се в Европе населил негде еще 5-10 хиляда година назад в Европе и тогда имал наибольшую бройность, наибольшую популацию. Вся эволюция этого вида шла в развитии адаптации жизни в лесных экосистемах. Они и поныне остаются основными и самыми продуктивными угодьями бурого медведя. Значит, популяция... Популяция мрков медведа населила и настанила у шумама. I celo vreme svoje evolucije on je ostao uz populaciju šuma. Тем не менее, в X-XIII веках хищник обитал также и в лесостепях Восточной Европы. Но и здесь, на южной границе ареала, в зоне экологического пессимума, медведь не терял функциональных связей с лесами, носившим фрагментарный характер. Но поред развоя у шумама, у южных деловима, u stepama i stepsko-šumskoj zajednici medved se naselio i ostao je i dalje u zajednici na tom ekološkom području. Bez obzira što je to možda pesimum njegovog uspešnog razvoja. Pomimo lesnih ili lesostepnih ekosistem, hišnika privlikali i otkrite landšafte visokih širot. Медведь не только летом, но и поздно осенью проникал глубоко в тундры региона, нередко доходя до морских побережий. Здесь он находил много пищи от гусей и мелких млекопитающих до разнообразных ягод. Поред шума и степско-шумского экосистема медведь се далее ширил и према тундрама, долазячи чак до морских обала, где е имао доста добру искрану, uzimajući tu obzir da je bio dobro obezbeđen sa hranom gusaka koje su bile u fazi mitarenja, sitnim sisarima i plodovima različitog bobičastog bilja. Сокращение ареала бурого медведя в регионе началось в конце XVI века. Ускорилось к концу XIX века и длилось до конца 1960-х годов. Южная граница ареала к тому времени отодвинулась к северу на сотни километров. Pomeranje ili skraćivanje granice života mrkoga medveda desio se u 16. veku i granica se pomerala ka severu, što se vidi ova crvena linija, i to je južna granica područja na kojem se u 60. godina on nastanjivao, 19. veka. В числе основных причин – чрезмерная охота, трансформация экосистем в результате рубок леса, распашки земель в лесостепях и другие. Играли роли политические события исторического плана, вроде революции, войн, которые наносили немалый ущерб окружающей среде и в том числе медведю. Что это вызвало, да се граница, южная граница так помери? То е революция, которая се дешавала, ратови, которые се дешавали, сеча шума, koja je imala negativnog efekta, normalna stvar za razvoj mrkoga medveda, i ekonomsko-socijalni problemi koji se dešavali kod stanovništva u toku procesa revolucije. U odličiju od južne, severne granice izmerjala se oči neznačiteljno. Pravilno je govoriti ne o joj spontanoj nebašoj pulsaciji, svjazanoj s fluktuacijom klimata, kako ranče ona prohodila i sečas po severnoj granici lesa, a mestami lesa tundre.
За разлику от южной границы, которая се значительно померла, северная граница, можем сказать, да се скоро не вообще померла или дожила благо померание, захваляючи екосистему тундри и području, у коем не толико животная активность человека дошла до изражая, па се та северная граница не битнее померала. Сейчас из всех 35 субъектов Федерации Европейской России бурый медведь обитает в 30. Рост численности вида в регионе начался в конце 70-х годов и продолжался до середины 90-х. У всех 35 субъектов Русской Федерации Европского дела медведь се и данас налази, мрки медведь се данас налази у 30, не рачунаючи ту северни Кавказ, и бройност се повечавала от 70-х до 90-х година. За это 20-летие в масштабах страны она возросла на 20 тысяч голов, или почти на 18%. Причем основной рост приходился на европейскую часть Урала. К концу 90-х годов она вновь стала падать и занюряется в экономике, природопользовании в период рыночных рекорд, стартовавших в эти годы. Тогда в стране наблюдался небывалый всплеск безработицы. Максимум был в 98 году 13% активного населения. В период тотальной безработицы население было вынуждено попросту выживать, и потому не было озабочено вопросами охраны природы в целом и медведей в частности. Извините, 1998 godine ili u 20. veku brojnost mrkog medveda se povećavala i u evropskom delu Rusije imala je 20.000 glava, odnosno jedinki, i ta brojnost se povećala za 18%. 1998. godine aktivnošću čoveka, odnosno ekonomske situacije, došlo je do smanjenja aktivnosti čoveka, odnosno jedan deo populacije čoveka je napuštao ta područja koja su se prerastala u šume i to je bilo idealno područje za proširenje brojnosti populacije mrkoga medveda koja se povećala za 13,2%. Ravnodušje k ekologijskim problemama osobno bilo karakterno za udaljenih od centra regionov, gdje uravnje življenja bi tada samim niskim. Корреляция с этими между показателями очевидна. В результате в стране ширилось так называемое социально вынужденное браконьерство, что привело к снижению численности многих видов, в том числе и медведя. Особенно масштабно происходило возле крупных зеленых пунктов. Значит, экологические условия помогли повышение бройности мрковога медведа, а человек со своим активностями, нарушил экономско-социальная ситуация, которая се десила в то время в Руси, е доприняла povećanju lovokradica koji su uticali na delimično smanjenje brojnosti mrkoga medveda, jer jednostavno i socijalna shvatanje stanovništva je uticalo da se odnos prema prirodi i mrkom medvedu menja. Toliko na trudnodostupnih teritorijih tajožne zone čistnost hišnjika ne umenjšilost. Разгул браконьерства в те годы ярко иллюстрирует и падение численности основного мясного вида в России – лося. Znači, u tom periodu jedino u tundrama i tom severnom delu manje pristupačnih regiona u ekološkim nišama gde čovek je mogao manje da pristupi, došlo je do manjeg smanjenja brojnosti jer je bilo manje lovokradica i iako je meso od losa bilo osnovno, a manje meso od medveda u ishrani stanovništva. Ljubopetno je drugo javljenje. Периоды социальных невзгод в России обычно сопровождаются ростом численности волка, что и наблюдалось в те годы. Выселение жителей из мелких деревень в крупные привело к резкому снижению численности населения в сельской местности. За время реформ в 90-х годах в России обезлюдило около 17 тысяч сел и деревень. У периода, когда социальные и экономические ситуации лоше, обычно у природных условий повечала се бройность вука, что се десило и у овој природной ассоциации код у Руси, и что е показатель лошег односа човека према природи, односно велики број села, буквално преведено, је напуштено, ослобођена је природа, i na taj način je stvoreni su povoljni uslovi, mada u tom njihovom području, ne možemo reći o selima, naseljeni punkt, to su bivši naši, recimo, kad bi rekli, salaši, napuštanje salaša, napuštanje velikog broja, on navodi ovde 17.000 sela je
od 90-ih godina napušteno u Rusiji, zahvaljujući intenzivnoj mehanizaciji i ostalim procesima, pa je znači, na taj način stanovništvo zbog socijalne situacije prelazilo u naseljenije punktove, odnosno naseljenije gradove i veća mesta. Этот процесс продолжается и сейчас. С 2002 по 2010 год страна теряла в среднем 2 населенных пункта в день. И к настоящему времени в России обезлюдило уже 150 тысяч сел и деревень. Значит, тай процесс напуштания производных područия наставлялся и в период от 2002 до 2010. В том периоду Русия дневно губит 2 населенных пункта. To su traktorsko-mašinske stanice koje je bio znao otprilike o čemu se radi. Znači, to nisu prava sela i pravi, nego jednostavno područje gde su samo živeli oni koji su se bavili tu trenutnom proizvodnjom. I takih je izgubljeno u ovome periodu od 8 godina 150.000 naseljenih mesta. В те годы не меньше 30 миллионов сельскохозяйственных земель оказались заброшенными. А поголовье скота сократилось более чем в 2 раза. Однако в этом, безусловно, негативно для экономики страны процессе были весьма позитивны для бурого медведя явления. Заброшенные пахотные земли, сенокосы, выпсы, окраины деревень быстро зарастали травянистой, а потом лесной растительностью. Значит, в этом периоде 30 миллионов гектара е напуштено земли, где се развивали прво траве, а касније počela se razvijati šuma i ti loši ekonomski uslovi su bili idealno povoljni za razvoj mrkvog medveda, jer se njegova ekološka niša, njegovo ekološko područje življenja značajno pomerilo, smanjilo se brojnost stoke, smanjilo se brojnost pastira koji su išli po livadama i pašnjacima, čuvali stoku i sve je to uticalo da se područje života mrkvog medveda proširilo. В результате медведь получал качественно новые кормные угодья, которые энергично заселял. Слабел фактор беспокойства. Все это предопределило рост численности медведя к концу прошлого, настоящего начала настоящего века. Все это утицало, да е мрки медведь добил повольнее и шире экологическое područje за ширение и за настанивание, что се види из негове бройности, и наставило се краем, значи почело краем 19 века и наставило се в 20 веку и до нынешних дней. 21, извиняюсь. И сейчас, как в регионе, так и в стране в целом, численность хищника продолжает расти. Рост сопровождается выраженной экспансией вида в южном направлении, заселением заброшенных и зарастающих летом старопахотных земель. Бройность мрквого медведа се сада повечала, поготово повечание бройности се запажа према южним границама, управо у područjima где су напуштены те населени пунктови, gde je priroda preuzela ponovo određenih površine i gde su stvoreni povoljni uslovi za život mrkvog medveda. Saglasno našim s kolegama isledovanju, v 529 rajonah Evropijske Rosije predviženje južne granice areala na jug ustanovljeno s dostačnoj polnotoj. Etat proces prodlžajse v nastojeće vreme. Istraživanja su izvedena na 520 administrativnih punktova u evropskom delu Rusije i do ovih zaključaka došlo se na osnovu velikog broja praćenja brojnosti mrkog medveda u evropskom delu Rusije. Ekspansija medvedja na jug interesna je tem što hišnik pronikaje i zagrepljaje se u rajonu s visokom plotnostju ljudskog naseljenja. Za jednim isključenjem je proces nosi jestestveni karakter. Общая численность медведя в России в 2010 году оценена в 181,9 голов. Интересно, да се područje живота и настанивания мрквого медведа в последних годинах дешава и у густо населенных područjima. Значит, медвед се приближава чоловеку и населенным područjima, без обзира что е негова екологска ниша можда нешто другачија. Привикава се таквим условима и во овој тренуток у Русија, у европското дел Русија 2010 е констатовано 181.900 глава мрквог медведа. Значи 54.000 у североевропејска Русија, 50 на Дальнем Востоке и в Сибирском регионе останих. И на овој графикону видите распоред колико е где 54% у европското дел Русија, 50,89% u dalekom istoku i
Сколько? 6% у Сибири. В Сибири. Среди факторов, определяющих распределение, ведущую роль принадлежит характеру лесных экосистем. Опште е познато да, да се медвед најчешće настанјује у оваким, оваким шумама, у оваком екосистему, иако је за његов нормалан развој потребно око 10 квадратних километара шуме. Да, для выживания одной особи нужен 10 квадратных километров, притом общая лесистость должна быть выше 15%. Важно большое разнообразие формации, высокая сомкнутость крон, наличие густого подроста, обилие бурелома и так далее. Znači, videli ste, ovakva je šuma potrebna, najmanje je potrebno da je 15% pošumljenosti područja gde se razvija mrki medved. Pored visoke šume treba da je i nisko rastinje sa mogućnostju njegovog skrivanja, žbunasto rastinje i ostali tip rastinja. Именно такие лесные массивы характерны для североевропейской России, потому основная часть популяции хищников сосредоточена в северо-западной и в северо-восточных частях региона. И ширение популяции мрковых медведа идет от северо источном территории западного дела с повышением бройности от 75 до 80%. Ну и значит, расстояние медведей там распределено по территории в соответствии с лесными массивами. И плотность населения выше, как и численность, там, где площадь их наибольшая. Значит, повышение бройности, как вы видите, сада се крече према югу, и бройность повечала управо там, где су највише напуштене површине, где је човек напустио земјиште и престало се бави замирање. Да, медведь желанным охотом был с древнейших времен. В 10-13 веке в Киевской Руси медведи добывали для получения мяса и сала. Шкура шла на место и нужды и не имела коммерческой ценности. В лесной зоне широко использовались капканы и самоловы. Они считались добычными, а главное, не опасными. Ранее и на повышение бройности медведа утицало и однос человека према овој животинској врсти. Раније медвед награђивани су ловци који су острелили медведа и нормална ствар, то је ишло у правцу смањења бројности. Сад се однос према медведу сасвим променио. Он је стао заштићена врста, постао је врста која има значаја у ловству, у туристичком ловству и нормална ствар да раније коришћено за производњу za dobijanje mesa u iskreni ljudi. Sada je to sasvim druga svrha ostrela medveda i odnos čoveka prema medvedu je sasvim drugačiji. Все остальные способы охоты, сопряженные с контактом со зверем, считаются опасными. Медведи в Европейской России не столь агрессивны, как в Сибири. Там в городе тотальной бескормности счет неспровоцированных нападений хищника на людей идет на десятки, а порой на сотни. Лов медведа је често у директном контакту и у европском делу медвед није толико агресиван колико је у Сибиру. Сматра се да агресивност медведа у Сибиру произилази управо због недостатка хране и онда је агресивнији. Иако је бројност ловаца који настрадају је далеко већа у Сибиру. В Европейской России за период с 1995 по 2010 год достоверно известно всего о 4 нападениях на людей со смертельным исходом. До 1983 года он считался вредным хищником, и отстрел поощрялся. Потом перевезли в разряд ценных охотничьих животных. У европейском делу Руси последних 10 година само 4 зарегистрировано случая, когда медвед напал человека со смертным последствием по человека. Сейчас из всех способов охоты на медведя самый распространенный в регионе остается охота на овсяных полях. Сада се лов на медведа в современных условиях лова одвия на овсяным полима. Вот. К тому же охота сравнительно безопасна, потому что обычно охотник сидит наверху. Тай лов е безопасен, зато што ловац седи у овој ловачкој кући, није директно угрожен. Однако более спортивной и интересной охотой считается охота с собакой-лайкой. Нарочно интересантан лов с псима. Да. В России именно лайки заслуженно считаются лучшими такой охоты с собаками. Охотятся с ними в бесснежный период и на берлоге, до глубоких снегов. Значит, нарочно лов у току зимского периода, лов мало с адреналином, лов с директан лов и контакт со медведом, со псима. Эта охота требует смелости и расторопности, но все же самая опасная охота на медведя всегда считалась
охота с рогатиной. В старину она особенно широко была распространена в Сибири. Увек смотрено, да је лов са копљем нај опасији начин лова, али лов са највише адреналина. В целом комбинация охоты занимает все больше и большие масштабы. Ежегодно в Россию приезжают 400 человек из-за границы. Сада се лов на медведа смотра и туристичка, и финансиска атракција, и лов на медведа, на лов на медведа у Русију долази око 400 туриста сваке година. Сейчас угрожающе растет добыча и продажа за рубеж дериватов, желчи и медвежьих лап. Сада се од жучи медведа и од шапе медведа зарађују солидни девизни прилив, продајући четири шапе и жуч медведа. Недавно автомобиль, направляющийся в Китай, таможники Приамурья обнаружили более 1000 медвежьих лап. Нелегальная цена комплекта одного медведя, 4 лапы желчи, стоит в России $350. А цена 100 грамм блюда из лап в китайском ресторане $600. Проблема очевидна. Недавно я, каже, на границе с Кином ухвачен в автомобилу преко 1000 валда шапа и не знаю, колико, сад могу на брзину найдеш, упакования жучи от ovoga medveda. U Americi jedna šapa košta $350, a u kineskim restoranima hrana od šape medveda je $600. I sve tako na hiljadu. I mi štajem budući u regioni, vigled je dostačno optimistično. No, bez obzira na sve ovo čemu sam ja vama pričao, smatramo da je perspektiva ipak opstanka medveda i povećanje njegove brojnosti. Thank you. Hvala lepo.